Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Елена Щелдоров. Я представляю на крафт-шоу мыло ручной работы, сделанное с нуля, подарочные коробки и вареные тапочки. Я делаю мое мыло из натуральных ингредиентов в основном. Я стараюсь использовать органические масла для этого. Самые высококачественные ингредиенты. И я делаю свое мыло артизанским способом, то есть способом, которым мыло делали еще наши предки, с нуля, то есть из щелочей и масел. И больше ничего. Это мыло можно использовать в течение года, но обладает хорошими очищающими, дегидрирующими свойствами. В зависимости от масел свойства меняются, какое-то мыло более увлажняющее, какое-то более очищающее, но в общем это очень приятное мыло для использования. Моя семья пользуется им уже на протяжении более чем 10 лет. Ваниные тапочки я делаю из натуральной шерсти, ваниные вручную при добавлении натуральных волокон. И эти тапочки не колятся, не бойтесь этого. Колятся только старые советские свитера. Современный материал, современная шерсть совершенно не колятся. Эти тапочки очень удобны для ношения в домашних условиях. Они согревают ваши ножки, но при этом вам не жарко. Если вы придете на ярмарку, вы тоже можете это все попробовать, пощупать, попробовать эти тапочки на ножки и посмотреть, насколько вам комфортно. Если вы захотите прийти посмотреть, пощупать и понюхать это все, добро пожаловать, я буду очень рада видеть вас, поговорить с вами, дать консультацию по поводу натуральной косметики, мыла, использования войлоков в быту и вообще просто поговорить и встретить старых и новых друзей. Добро пожаловать на нашу ярмарку!